Ну так еще раз, крутаните, пожалуйста. Термос 1 литр обязательно, чтобы жидкости хватило. На Байкале очень большая потеря жидкости из-за того, что мы выпекаем в юг. Это ваша, да, разработка? Да, авторская. Thank you.
этим соревнованиям? Ну, я 4 раза катался на этих специальных коньках до старта. До этого просто делал на лыжах, лыжные марафоны и разные лыжные старты. А можно ваше имя, фамилия? Яков Френбург. Как чья фамилия? Френклах. 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 F-R-E-N-K-L-A-H. Спасибо большое. Ровно ощущение так просто. От победы. От победы? Честно говоря, приехал сюда просто насладиться Байкалом, и победа – это приятное дополнение, но в целом очень извините. Здорово. Да-да, пожалуйста. Это восстановительная поза. Скажите, пожалуйста, что сейчас делает спортсмен? А? Восстанавливает дыхание. Так нормально себя чувствует? Поздравляю. Хорошо, дошел. Но у нас есть вопросы. А? Вопросы есть. Снаряжение. Сменная одежда. Здесь. Сменная одежда. Сменная одежда показывает. Живой. Живой молодец. Раз. Самая солнечная, самая прекрасная, самая хорошая по ветру гонка. Абсолютно погода замечательная была все 3 дня. Поэтому везло всем, кто ехал. И конькам, и велосипедистам. Отлично. Участвовали? В какой раз участвуете? Откуда вы? Я из Иркутска участвую 3-й раз на велосипеде. Соответственно, вот 3-й раз. И это все увидел прекрасно. В прошлом году и позапрошлом году на 2-х этапах было гораздо сложнее. Веселее, но сложнее. Поэтому вот таким образом. А почему это стало для вас традицией участвовать в этой гонке? Ну, это же Байкал. Это по-другому никак. Какой кайф. Смотрите. Надо поучаствовать, чтобы понять. А скажите имя, фамилию ваше? Мартынов Илья. Ага. А вот в предыдущей гонке результат каков был? То есть это, ну, это первый раз вы первым приходите к финишу? Я еще не первый, потому что по сумме этапов нужно посмотреть. Я в прошлом году был 2-м. Надеюсь, в этом году лучший результат. Если не по месту, то, по крайней мере, по времени. Понял. Так, а как еще раз имя, фамилия? Мартынов Илья. Я видел, когда начал пить, слава богу, сейчас тоже попью. Я подумал, сейчас ты напьешься, и уедешь. Так я тоже попью. Я напьюсь, я перед тем, как его манус, я... Мне самое интересное. Это ролик. Женя красавец! Давай до Иркутска шагай! Впечатления самые позитивные, самые хорошие, потому что трасса отличная. Ну, в смысле, Байкал в целом отличный в этом году. Мало снега, как и везде, поэтому лед, поэтому скорость. И солнце все 3 дня, и ветер, в принципе, или попутный, или такой, немножко встречный, так что вообще все отлично. И поэтому и скорости будут нынче, ну и результаты, думаю, достаточно высокие. Руки вверх. А ты куда, Макс? Отдаляю. А и кто занял?
немножко, а я гордый не финишировал. Можно впечатление от гонки вашей? Тёма, займи его. Шикарно все. Молодец! А может, вы тоже несколько слов о гонке сказать? Да я так уже, мне сложно. Я хуже было. Почему? Губы не шевелятся. Вот самый говорящий. Вот этот, да. У него море впечатлений. Его обидели сейчас очень сильно. Я уверен, он все выскочит. А что, обидели трещину? Да нет, это снова по другим путем. Идут в море вообще человек. Да, он второй. Она проходит очень удачно. Очень быстро. Да, хорошая погода, чудесный лед, очень часто в спину ветер. Участники молодцы. Сегодня даже в Листянке нет снега. Практически. В прошлые годы они бежали по сугробам бегом. Говорят, не хватает экстрима. Да. Мы этому даже рады. Можно ли несколько слов про участников? Кто, откуда, сколько, чего? Москва прислала большую команду. Есть Кемерово, есть Томск, есть Швейцария, есть Германия, есть американец. Есть иркутский, конечно, есть Игнат Мадасов из Новоокутского. Вот сами спортсмены, насколько сильные? Очень. Первые 10, раз, два, три, четыре, пять. Первые 12 приехали практически одновременно. Остальных будем ждать дальше. Вчера, вероятно, был не рекорд трассы. У Литина пока еще никто не оббежал, но 2.5 часа, второй этап, 80 километров. В целом рекорд по итог трассы, то есть, говоришь, побьют в этом году, нет? Я думаю, у Литина не побьют, но всех остальных – да. В этом году, я так понял, что конькобежцы, прорыв вот у них, да? Да, но велосипеды идут отлично тоже. После первых двух коньков приехали велики. Юрий, напомни фамилию. Здесь они. Мою? Да. Фадеева. Точно. Про трассу вообще. В этом году идеальные условия. Просто идеальные. Скоростная трасса. Последний день только вечером. Ветер встречный включили. А так, да. А так все отлично. Сравнение с прошлым годом. А вы не первый раз, да, участвуете? Второй раз. Вот почему для вас это стало традицией, что ли? Не знаю, как-то понравилось в прошлом году. Решили, что в этом году тоже надо попробовать. Потому что условия каждый год разные. В прошлом году второй день был такой боевой, в этом году все отлично, наоборот, попутный ветер, второй день. Третий день в прошлом году тут снег был, мы бежали, а сейчас на коньках до финиша. А у вас маска, я смотрю, разбита. Это я летела, у меня еще синяк вот на губе. А можно рассказать, расскажите про это, что было? А, это можно? Я упала в торос, таранила торос с собой. Можно вот снять маску, показать и рассказать, как-то, ну, буквально два предложения, то же самое. Да. Там кнопочка. Раскрыли мне, пожалуйста. В общем, да, вот. Маска треснула, губа тоже треснула. Хотя бы уже не такая опухшая, как первый день. А так, ну, в общем, все обошлось. А как это было? Это было очень стремительно. Резко, я не ожидала. Споткнулась об льдину, но коньком уперлась и полетела. А как это было, если честно, я даже не знаю. Это было очень быстро. Но быстро встала, дальше поехала. А вообще гонку называют экстремальной, как вы считаете? В этом году не экстремально было, абсолютно. Вот в прошлом году было экстремально, поэтому нет. Это при том, что вы... Ну, бывает. А то, что тогда было в прошлом году, если это не экстремально? В прошлом году такой ветер был, что практически невозможно было двигаться во второй день.
сейчас вон два подбитых глаза было у человека. На борту самолета. Вот. Так что в этом году малой кровью отделались. А, я так понимаю, вы с девушек первые, да, пришли? Да. Ага. Третий день первая. Вот как вы шли к этой победе, тем более, и почему? Ну, если честно, я изучала конкуренток, точнее, перед стартом. Но после первого дня все стало понятно. Так что я там где-то 50 минут вам привезла ей. Второй. Как-то специально готовились? Ну, мы на каток ходили в Москве. Ну, каток в Москве и Байкал, конечно, не сравнится, потому что там все по кругу. Ну, пытались как-то тренироваться, к конькам хотя бы привыкать. Вот. Представьтесь, пожалуйста. Мария Романова. Из Москвы вы, Москва, да. Успеваю посмотреть красивый лед. Так что он разнообразный. Вот сейчас вот здесь уже по Хилусной дороге, там прям камни было видно, он зеленый, красивый, прозрачный. Вот. А так на самом деле нет, когда быстро едешь, не успеваешь. А в чем тогда прикол? Ну я тут уже была много раз в походах в коньковых. Поэтому я тут насмотрелась, в принципе, а сейчас хотела именно спорта. Мальчика пыталась догнать, но не получилось. Ну, слова, эмоции от гонки. Ну что, офигенно? Офигенно, вот. Хорошее русское слово. Очень хорошо. Русский фольклор. Вообще здорово было, да? Да. Я даже считаю, что лучше, чем здорово. Наслаждаюсь Байкалом. И команда такая дружная, да? Друг друга поддерживает. Если только бы наша страна бы так поступила бы, да? О, сели, наши лидеры сели бы на Байкалье, и все вопросы решились бы. Да, в гонке. Да, да. Не, можно без гонки, просто пусть посидят. Ну да, просто покатались. Омулю поедят, теперь омулю много будет. Да, да, вот. Спасибо всем организаторам, да? И всем ребятам, которые нас поддерживали. Очень хорошая гонка. Вам спасибо, что приехали. Да. Приезжайте. Обязательно. Ладно, дай бог не в последний раз. Расскажите, вот вы откуда? Вы не из России, да? Да, я из Соединенных Штатов. Приехал на Байкал. Долго-долго мечтал об этом. 20 лет. Наконец-то исполнился. Вот, Гриш, тебе задачка. Человек мечтал 20 лет попасть на Байкал, только на 20-й попал. На 21-й. Сколько лет он окажется в следующий раз на Байкал. 21-й. А почему хотелось на Байкал тут попасть? О, ну почему нет? Это самое крутое озеро в мире, да? Так считаю. Самый красивый, самый чистый. Самый большой, а чего надо желать? О, вы как-то готовились к этой гонке? А? Готовились ли вы к этой гонке? Ну да, да. Мы Саша мне помог. Да. Мы за неделю пораньше приехали и покатались, привыкали. Да. Крис Джепсон. The United States, from the state of Utah. I've always loved cycling and loved nature, and Baikal seems to be the perfect mix of the two, mix of nature and mix of sportsmanship. And I've dreamed about coming to Lake Baikal for 20 years since I was a teenager, and so I finally made it, and it's a beautiful experience. I heard about Lake Baikal when I was 19, and saw pictures of how clean and pure the nature was here. And I myself am from a place similar to this. In the state of Utah, there's lots of mountains, lots of wilderness, and so I grew up hiking and experiencing the wilderness, and so but Lake Baikal seemed to be the ultimate wild place. It's very, very wild and untamed, and the deepest lake in the world, and got has lots of things that that made me want to come here. No, it's the race wasn't very
extreme because our conditions were so great this time. This is the first time I've raced on this race, but the ice conditions were perfect. The weather was perfect. So it wasn't as challenging as I was thinking it was going to be. It was a little easier than I thought, but it was beautifully organized. The folks that organized it did a wonderful job. We had great places to stay, and just I loved the experience. It was great. Yeah, there definitely. The ice is great and good condition, but it takes lots of practice to get used to how to ride the ice. And I did my share of falling. I have guards and pads to help me protect myself. But the weather was good. It's very cold, very cold. When we got to Lake Baikal, it was minus 37 degrees Celsius. And that's very cold, as they say in Russian, sabachi kolod. And so, we had to get used to the cold. You dress warm, and then you get too warm, and then you get sweaty, and then you get cold. And so it's constantly changing and ventilating and putting on layers, taking off layers. We came a week early, so we were here for a whole week before the race, and we got used to that by practicing out on the ice each day. I decided on the race because I have a mentor and cycling friend, Sasha Savchenko, who came with us, and he was he talked me into the race. It was him who kind of helped me set my goal on this, and during the race we had many great experiences. The ice is unbelievably beautiful, clear as glass, and 3 feet thick, and you can see fish swimming, and you can see 30 feet through the water. It was just amazing. It was much more beautiful than I anticipated, so the conditions were perfect for our race. I don't think so. I think it's, you have to definitely prepare for it. There were quite a few participants who tried to race but were removed from the course because they weren't quite prepared enough. This year the conditions I think were good enough that those who weren't quite fully prepared probably could still do it because the ice was good, the weather was good, there wasn't wind, there wasn't snow, but still I think it's for those that are more prepared than less prepared for sure. Произойти, во-первых, очень сильно мы зависим от состояния льда. То есть каждый год лед непредсказуем. То есть может быть идеальное поле, а может так замерзнуть, что просто как бы физически не пройдешь, придется идти пешком. Второе, естественно, это морозы и ветер. Да? То есть если чуть-чуть будет ветер там, в минус 20, то это сразу приводит к обморожениям и так далее. Поэтому она экстремальная, с одной стороны. С другой стороны, расстояние достаточно серьезное, да, то есть все-таки 80 километров в день.
если чуть-чуть погода будет не очень хорошая, то это сразу как бы сказывается, потому что физуха должна быть очень большая, люди должны быть очень подготовлены, и еще очень сложно спортсменам. Почему? Потому что когда они идут просто на марафонах, они просто как бы идут в коридоре и маслают. Здесь очень важно, чтобы человек постоянно обращал внимание на лед. То есть и вот эта вот концентрация, да, постоянно сфокусированность на препятствии, это приводит к тому, что люди еще и морально достаточно как бы устают от того, что постоянно внимание. Почему мы требуем защиту? Потому что очень легко получить травму. Вот, поэтому как бы концентрация должна быть, внимание, ну и, конечно, физические данные. Значит, безопасность у нас выстраивается следующим образом, да, то есть у нас, во-первых, участвуют так называемые треклы, это машины на больших колесах, они идут замыкающие, то есть они гарантированно собирают всех, кто отстал, сломался там, и так далее. Плюс ко всему у нас задействованы ХИУС, это судно на воздушных подушках, которые челночат на протяжении всех этапов. Они просто проверяют, кто где как находится. В случае необходимости снимают участников, если есть такая необходимость. Ну и соответственно, и у нас на серединах больших участков сделаны чекпоинты, да, то есть мы также проверяем состояние людей, проверяем по времени, отсекаем, да, чтобы те, кто задерживаются, мы их просто как бы не допускаем, да, на дальнейшие этапы. Вот. И, соответственно, на финише тоже как бы отсекаем всех. Тут есть еще одна сложность. Почему? Потому что на Байкале не везде есть связь. То есть, как бы, ну, понятно, что в поселках как бы есть сотовая связь, а вот на этапах там нет связи никакой. И вот это тоже как бы реальная проблема. То есть, поэтому мы очень внимательно за всеми смотрим, чтобы, не дай бог, никто нигде не потерялся и не уехал на ту сторону. Потому что Байкал очень большой, найти будет сложно. Пономарев Алексей. Ты знаешь, восторг. Это, наверное, вот 7 лет проводим гонку, да? И это один из самых лучших годов по состоянию погоды, по состоянию льда, по состоянию участников. То есть, наверное, мы набрали вот в течение этих лет такое качество, да, что... Ну, и Байкал к нам благоволит. Дал погоду, дал попутный ветер, дал солнце, дал прекрасный лед. Ну и, в общем, все организаторы сработали удивительно хорошо, спортсмены боролись. На всех этапах показывали удивительные результаты. У самого впечатления вот как от этого участка, наверное, давно уже так не гонят. Но я как главный судья, да, хотел посмотреть гонку изнутри. Прокатился последний этап, когда уже самый простой, скажем, он уже у нас 45 километров. Получил колоссальное удовольствие, посмотрел, как работают спортсмены на маршруте. Все отлично, прям удивительно. У нас в этом году прекрасный состав. Есть швейцарцы, немцы, Соединенные Штаты спортсмены. Так что Байкал притягивает так называемые озерные коньки. Эти коньки уникальны тем, что они подходят под лыжный ботинок. То есть тебе не надо докупать какой-то отдельный ботинок, если катаешься на лыжах. Ты просто поставил крепление, ну, подходящее, одеваешь коньки, и у тебя все получается. Есть просто нюансы по технике определенные, надо уметь ловить равновесие на коньках, но более как бы работать с голеностопом, но это все достаточно просто. Коньки прекрасно для байкальского льда подходят. На самом большом коньке планеты вот они как никак нельзя актуальны. Why do you participate of this race, this rush? I heard about this event and the teams were very beautiful and it's very heavy to do this, but I enjoy every meter. I like this race, 205 kilometers past the Baikal Lake, fantastic. Merci. Thank you very much that I can be here, thank you. What is difficult for you in this race, Rush? Oh, it was the ice, I don't know the English word, pack ice. Yeah, if you have to climb up the ice and some water around, this was very, very difficult. A very hard race. Your name and surname? Yes, I'm Jürgen. I am Jürgen Langemann.
Where you from? I'm from Germany. Germany. Oh, thank you. Thank you very much. Спасибо.